Я-то один не буду. Че ты? А, готовимся, да, готовимся. Привет. Что за снятие пошло? Пожалуйста, не рассчитайте. Оттягивать будет? Ну, сейчас попробуем только проверить. И что дальше? Василий, вы тоже не надо качать вас. У меня в паре самое главное. У меня дорогие. Да, Сань, что у тебя сзади стоит? Ну там две звезды, я не помню. 15, 14, по-моему, стоит. А, я 14 не надо. А где колесо твое? Одно в чехле. Что ты внизу остался, капута? Кто Лисин корешок мне отдал это? Саня, покажи, какой тандем у нас висит. Для слепых. Ну ладно. Марк, это хорошая трековая. Так, а передняя где? Передняя вот висит. А. В 1999 году и федерация учредила медали. Медали первые были вручены на определение. Здравствуйте, дорогие мастера. Вы же это наша, как следующая волна, которая. Мы уже ветераны, не выступаем, хотя не видно есть пока ветераны. Таких, где бы остался. Мой тезка с 24-го севера выступает, так что конькобежец, все нормально. Значит, у нас тоже еще есть ребята, которые здесь присутствуют. Очень приятно, конечно, что вы занимаетесь спортом, тренируетесь. Это же для нас очень большой символ. Дальше смотреть на вас. Неужели не увижу своих друзей, товарищей, которые когда-то гонялись даже вместе. И поэтому я вас поздравляю с началом соревнований. Приятно честной спортивной борьбы вам, чтобы было все нормально. Чтобы главное, чтобы у вас было здоровье, чтобы вы тренировались систематически, а не улыбками. Потому что нужно здоровье беречь себя. Так что все. Спасибо за внимание. Я представляюсь президентом Федерации Олимпийского спорта Омской области, не аккредитованной, но признанной федерацией, которую мы все уважаем и выберем всему в ней находящим. Николай Николаевич Николаевич, я приветствую всех настоящих любителей спорта велосипедного, которые приехали на наше соревнование, которые здесь присутствуют. Вы цвет Омского и возрастного спорта велосипедного, поэтому вас всех приветствуем, рады вас видеть. Я надеюсь, что наши соревнования будут традиционными. С каждым годом участников, я думаю, будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Ну, а я вам хочу пожелать вашим только здоровья. Здоровья, которое вы укрепляете на нашем треке. Поэтому укрепляйтесь, занимайтесь и будьте здоровы. Мы ждем от вас хороших результатов. Уважаемые участники, 23 спортсмена зарегистрировались на наше соревнование. Это третий год, это уже рекорд. 23 спортсмена, мы надеемся, что 4, 5, 6, 7, 25 будет за 50 человек. Так что спасибо, что вы все приехали. Завтра. Все вошли нормально? Где-то стал по стороне, ё-мо. Вырезал по кругу. Батерой, сейчас боял на последних кругах. Чуть-чуть, да. Что, за сколько ты проехал? Сколько времени? А на первых добавил? На первых, а я ровно ехал, а последние 3,20 на километр сбросил. Это начал только 44-45, 42 п. Сколько 3? О, хорошо пошло. Ну,
Результат Качнова Сергея 4 минуты 10 секунд 861 тысячная. Как ощущения перед стартом? Супер. Как тачку немножко. Нервируй, нервы? Да. Это не на шоссе, ведь разделка. Вроде все просто, 3 километра. Но... В чем ключевое отличие? Надо ветра нет же, легче, ветра нет. Правильно, надо разложиться по дистанции. Первый круг всегда легко, потом не очень. Что, как? Ладно, ни пуха, ни пера. Тоже здесь? Или что? В середине, в смысле, не то, что второй. Я, да, вот я где-то словил вот это, но я не понял, почему. Правильно, и потом пошли. Ну да. Просто все убили, потом все два. Финиш. Я подключил.
используем на треке, данные курсы компьютера запрещены. Три. Конечно, залупил сразу. 7-7. Что? Самое главное правило, первое правило на треке. Начать. Не материться. Тихо, тихо начать. Да. А то начал, сейчас сбавляет помаленьку. Вон он, показываю его. Мастер-класс. Да, да, да. Увидишь, уже тяжелее. Он уже 8-8 едет. Уже тяжелее поехал. Ехал 7-4, сейчас 8-4. А если бы начал ровно, спокойно, 8-0 бы начал, он бы доехал бы получше. Тут главное начать не это, не сильно. Я сколько начал? 24. Ну ты хорошо поехал. Разогнался и круг первый дал, а потом дал. Мягонько надо начать и потом что-то поделать. 9-3. Или как, разогнался, потом сел и расслабился чуть-чуть. Ну вы все тайны тут не рассказывали. Не, надо, пускай. Вот мурашки были. А я говорю, так не делаю. Я как встал и до жопы как допил. Три, две, одна. Три, восемь. 9, быстро! 8-5! 7-9! 8-3!
7-8! Восемь-два! Восемь-четыре! Восемь-восемь! Пошел, последние два круга! Девять и четыре, на все деньги пошел! Давай, 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 давай! Молодец! Что, он лишний круг едет или это я неправильно отсек? Все, 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 Костя. 0,8 они насчитали. Да, ну. По 19 ехал. По 18 он ехал. У него получилось. Мне показалось, что быстрее ехал. 4, 5, 6. Или нет? Оп-оп-оп, молодцы!
На старте Самсонкин Константин и Куликов Александр. Двадцать четыре, 64. Семнадцать, два. Семнадцать, один, семь, один. Семь, три. Восемь, два. Восемь, пять. Восемь, семь. Семь, семь. Восемь, восемь. Девять, шесть. Восемь и четыре, молодцы.
17 секунд, 3 сотых, 3 десятых. А он по времени, у него компьютера нет. И он сейчас едет на 16, вот сейчас будет. Последний круг. Оп, 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 оп! Финиш! Двадцать два. Девятнадцать и шесть. Девятнадцать пятнадцать. Результат Петербурга Сергея 4 минуты 2 секунды. Улыбайтесь. Следующая возрастная категория 55. Аплодисменты спортсменам. Фото еще. Еще раз, секундочку. Давай, поднимаем руки. Да. Молодцы. Улыбаемся. Читайте первый лист. А, что ты, блядь, долго осталось. Улыбаем, в камеру смотрим. Спасибо. Всевозможных марафонов и стал чемпионом в этой категории. Аплодисменты. Категория 50-54. Обнимитесь там. Обнимитесь хоть. Все, свободно. 40. Я ничего не понимаю. Он не тренируется.
что вы тут все награждали? Четыре года назад. Задать вопрос небольшой. Как впечатление после гитары? Чем больше практики, тем лучше. Хорошо, да. Тяжело? Ну, можно сказать. Давно занимаетесь? Нет. Из какого вы города? Из Омска. Да? Ну, нравится? Молодцы. Спасибо большое. Здравствуйте. Иван Михайлович, здравствуйте. Иван Михайлович, здравствуйте. Здоровый, привет вам большое из Перми. Расскажите что-нибудь про трековый велоспорт. Мы вот первый раз к вам в гости приехали. Ну что сказать, видите, нам Боженька подарил такой храм. Да. Вот здесь как сделать так, чтобы в других городах-то, чтобы он тоже дарил? Молиться надо, молиться. Лет через 20 минут, когда коммунизм наступит, тогда в других городах построят. Да хотя бы в Екатеринбурге. Там есть какой-то построенный. У нас, говорят, в Перми в 60-е годы был открытый трек, но потом его стесли. Дай бог, чтобы построили. Но у нас, конечно, есть. И вы приезжаете и радуете жизнь.
можете зимой приезжать. Когда хотите, тогда все у нас работает. А вы раньше занимались, да? Да, конечно. Занимались. С какого по какой год? О, я уже не помню. Ну, примерно. 54-го, по-моему, 55-го. Здесь в Омске или? Нет, я на Алтае, с Алтае. На Алтае. А там трек был? А нет, какой там трек. Просто шоссейный велоспорт, да? Да, дорожный такой. Иди не светись. Что ты? Все, ясно. Ладно, спасибо Выгранты, большое. Потом спасибо. Еще подойду. Это, у нас... Привет. У нас вот эта девчонка, что ты подходила, она же у нас сейчас плаванием занималась. Ага. Она только начала, как бы. Ага. Ну да, еще результата сказала. Нету, но уже херачат вдвоем нормально. Как? Мой велосипед. Я поснимаю чуть-чуть вашу машину. Один из первых роликов на YouTube — устройство стартовой машины для трекового велоспорта. Ориентировочная стоимость 500 тысяч рублей. Точно такая же машина используется на международных стартах, которые мы смотрим по Евроспорту и другим каналам. Чемпионат мира, Европы. То есть сорвать ее невозможно, если раньше стартовать? Ну как, обычно держит, особенно в таких вот мощных гонщиках, ага. Там кто-то еще встаешь сзади, там еще, потому что есть там как-то наталкивается. Ну то есть если сам гонщик, он не может, если она закрыта, защелкнута или как сказать, нет, зажата? Нет, она держит, нет, ну сорвать-то все можно. Можно, да? Да, но его это очень сложно. Ее используют как отталкивающее еще, раскачивается, потом толкается. Подождите, он едет. Сейчас. Извините, все, больше не буду. Как Пинарелло, по вашему мнению? Отлично. Конкретно это можно брать? Ну да, это другой бренд, так скажем. У Пинарелло получше. С рулевой никаких проблем? Вообще. Мне нравится, кто устраивает. Советую. Это 56-я, да? 57,5. Меня не смотрите, меня нет.
Первое впечатление? Ну, когда упал на старте, как вы считаете? Все размазанные ощущения. Это восстанавливаться надо. Слава богу, ничего не повредилось. Слава богу. Я так хорошо, конечно. Машина не выпустила, ну. А потом стал выпускать меня, меня же никто не держит. Ну, а уже в бок пошло, ну. Если бы держал, то нормально было бы. Страшно. Что не будет? Вот машина. Да сводится, заблокируется. Что не будет? Будешь бояться. Понял? Ну, да, будешь бояться, проиграть. Не бойся. Да я про машину. Ну разберешься, ты разгоняйся на высокой передаче. Следующий, да? Ага. Молодцы. Ой, финиш все. Немножко слабенький был. А я третий круг кончился, а я сюда кончаю, да? Четвертый. Еще больше включил. Не, не, не надо. Я вот такую же включил, потом мало показалось. Конкурент. Жизнь слабо разгоняй. На четвертый не хватило. Оп! Молодец!
Пошел!
поснимай чуть-чуть. А круг можно ему говорить или нельзя? Двадцать две! Оп, 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 оп! Шестнадцать и пять! Спасибо. Как комфорт? По 30-й, наверное, нормально. Костя, как ощущение? Ну, в принципе, неплохо. А Сереге сколько было? Давай рассказывай, как в гетрах едется. Замечательно. Как будто массаж тебе делают сразу. Сколько добавляет? Три массажистки одновременно. Да? Очень классно помогает. Я сижу, кайфую просто. Вся плохая кровь уходит в органы. Все сейчас из ног выйдет вся гадость. Оп, поеду. Все. Батарейка села. Ну, вот видишь, как я начал требовать.